не прошло и полгода. Я опять в Берлине. Позади остается Херманнплац. Мое уже любимое место проживания в Берлине, в Нойкёльне. Я направляю свои стопы 26-го... Какое сегодня? 26-е? Да, 26 марта. Как обычно, у меня проблемы с датами. К бывшему аэропорту под названием Темпельхоф. Он находится здесь недалеко. Я там ни разу не была. Поэтому нет повода его не посетить. Берлин, как обычно, ремонтируется. В Берлине сейчас не очень приятная погода. Такая перуанская исморось. Я надеюсь, я не сильно промокну. Хотя заряжает, в общем, вполне себе так бодро. Так, ну все, мне прямо, чуть-чуть направо и по левую сторону должен быть бывший аэропорт.